На кухне Екатерины Плетневой грязная посуда горами не копится. С детства эта домашняя обязанность держалась за ней. От старшего брата помощи не дождешься, а мама целыми днями на работе. Теперь Екатерина сама мама трехлетней дочери Полины. А пока помощница растет, Катя придумала свои посудомоечные хитрости. Первая моя находка – это я оставила для каждого члена семьи по одному комплекту. По одной ложечке, вилочке, тарелочке, чашечке. И, следовательно, посуда у нас не скапливается. После каждого приема пищи мы моем ее. Вам должно нравиться то, чем вы моете посуду. Купите цветные перчатки, красивые губки и средства для мытья посуды с любимым ароматом. Губки меняйте раз в месяц, тогда приятно будет брать их в руки. Сама посуда должна радовать глаз. Купите однотонные наборы тарелок, сковородок, кастрюль. Столовые приборы лучше гладкие, из нержавейки. Такие легче отмывать. Еще когда я мою посуду, я люблю включать музыку, припевая, подтанцовывая иногда. Я могу перемыть много посуды, даже не замечая. Кстати, во время мытья посуды организм сжигает около 400 килокалорий. А психологи выяснили, что смывая грязь с тарелок, человек избавляется от переживаний и негативных эмоций. Светлана Мусаева, Вера Казинец, Игорь Антонов, Телемикс.